красное дерево. Мех, мясо, скварок на зарю. Всем привет, с вами Дмитрий. В этом коротком видео я покажу, как ставятся средства на вывод в проекте Trust Finance. И в конце видео вас ждет сюрприз приятный. Итак, заходим в личный кабинет. Кстати, совсем недавно я писал подробный обзор по личному кабинету Trust Finance. Нажимаем «Вывести средства». Поскольку деньги у меня, как вы видите, на двух платежных системах, на AdvoCash и на Perfect Money. Ставим сначала с Perfect Money. $15.46. Комиссия 31 цент, 2%, напомню, комиссия на вывод. Нажимаем «Вывести». Проверяем, все правильно. Нажимаем «Подтвердить». Готово. Заходим в личные данные. Нажимаем опять «Вывести средства». Видите, Perfect Money баланс обнулился. Теперь выбираем платежную систему AdvoCash. И ставим на вывод AdvoCash. $16.50. Комиссия 33 цента. Нажимаем «Вывести». Так, проверяем. Нажимаем «Подтвердить». Все, заявки есть. Заходим в историю. Вот они, две заявки. Обратите внимание, что заявки я делал. Одну в 23.36 по времени сайта. Другую в 23.37. Опять же, по времени сайта. А почему это важно? Еще раз напомню. Потому что заявки в проекте Trust Finance делаются в четверг до 23.59 по времени сайта. Например, по московскому времени это 2 часа 59 минут. Ночи, естественно. Ну что ж, ждем, пока деньги поступят на платежные системы. И продолжу записывать видео, а вас ждет сюрприз. Продолжаю видео, деньги уже у меня на кошельках. Сейчас я вам это покажу. Сначала покажу историю в кабинете. Вот две транзакции на Perfect выполнена, на AdvoCash выполнена. Заходим на AdvoCash. Вот она, внутренняя транзакция. $16.17 за минусом комиссии. И заходим на Perfect. Также вот она, эта транзакция. Trust Finance LTD. $15.15. Ну и теперь обещанный сюрприз. Совсем недавно проект Trust Finance начал платить за видеоотзывы. Давайте я вам покажу. Заходим в отзывы. Нажимаем правила. И читаем. Каждый участник с активным депозитом, который сделает видеоотзыв, вознаграждается бонусом $10. Бонус будет зачислен вам на баланс личного кабинета в течение 72 часов с момента выполнения условий начисления бонуса. Здесь условия начисления бонуса, а также есть мотивационная программа за видеоотзывы, где вы можете еще и получить приз $50, $30 или $20. Правила почитайте самостоятельно. Вот, кстати, всплывающее окно мне напомнило еще одну хорошую новость. О том, что в проекте Trust Finance появилась онлайн-поддержка. И вы всегда оперативно сможете связаться и получить ответ на какой-то свой вопрос. И еще один сюрприз для моих лично приглашенных. Проект Trust Finance. Я плачу 50% ребэк, то есть 2,5% от депозита, который вы сделаете, вы сразу себе возвращаете, зарегистрировавшись по моей реферальной ссылке. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока!